Всем салам алейкум, ребята, с вами как всегда я Ламберто, точнее Ламберто Шахтер, можно сказать. Сегодня, ребята, продолжаем играть в КРМП Мобайл проект под названием Black Russia. Именно на ICE сервере, залетайте вместе со мной, скачивайте игру по ссылке, вводите мой личный промокод решеточка Ламберто, который даст вам прям очень много бонусов при начале игры. Сегодня, ребята, мы в роли Шахтера, только, ребята, вышел из своей ночной смены, всю ночь, короче, пахал, уже форму не снял, смотрите, какой я грязный стал. На балансе 23 миллиона. В прошлый раз, помните, я работал, ребята, курьером, а сегодня буду пахать шахтером. Так, смотрите, на какие ставки будем играть? Так, тут миллион, но тут людей нету. Что за этим столом? За этим столом тоже людей нету. Так, весь движ, походу, за вот этими столами, мне кажется, потому что тут конкретно людей много. Так, что-то все вышли, я зашел, все выходят. Офигеть просто. Вот, вот спасибо. Спасибо большое. 300 тысяч. Не, 300 тысяч я не хочу. Давайте в дурака, ребят, давайте в дурака на мидл. Хотя нет, дурака я тоже не хочу. Кости, кости, ребят, что-то людей мало сегодня в костях, да? Что я заметил. Вот, единственный нормальный столик, на 300 тысяч хотя бы тут играют. На в остальных столах, что-то за остальными столами вообще ставки маленькие, что я заметил. Давай. Миллион. Миллион, ставь миллион. Миллион, давайте напишем в чат. Чтобы миллион поставил. 300 тысяч, ладно, 300 тысяч нормально. Три человека играют. Миллион, считайте, выходит, офигеть. Не, ну на маленькие ставки вообще что-то, знаете, так. Плане нет особо. Особо не почувствуется, если ты поднимешь. Так, ну я проиграл. Close performance, короче. Close performance. Я проиграл. Ну давайте 600 тысяч, что ли, или может 500 косарей поставить, или может, по крайней мере, миллион в конце концов поставить. Да не 300, какие 300 тысяч, ё-моё? Не, ребята, играть я не буду на 300 тысяч. Вообще не по карману мне 300 тысяч играть. Тут вообще на 100 тысяч катают. Так, давайте отай, давайте я уйду, ребята, не мешайте мне. Давайте я уйду, найду нормальный достойный столик, где на миллион. Во, миллион, два человека играют. Чё вы меня не подождали? Давай, крупье, миллион поставь, будем втроем играть сейчас. Или вчетвером будем даже играть. О, миллион, погнали, все. Вот это вот другое дело, базару нет. Если и сольешь, в карман почувствуется. Если и поднимешь, тоже почувствуется в кармане. То, что у тебя денег есть, и то, что у тебя денег нету. Попробуем, короче, придерживаться тактики с прошлого ролика. Отправляем 3 доллара. И отправляем, когда останется 1 секунда. Погнали, давай. Все, отправляю. Я забираю выигрыш, базару нет. 25 миллионов, давайте еще на миллион. Почему бы и не, давайте. 4 человека, кайф, давай, 5 пусть поставит еще. Опять же, придерживаемся тактики. 3 доллара. И отправляем, когда стоит 1 секунда, все. Отправляем. Я опять выиграл, офигеть просто. Прикиньте, ребят, я опять выиграл. Плюс 3 миллиона. Да, 3 миллиона, 4 миллиона даже. Давайте еще раз, почему бы и нет. Давайте еще раз придерживаться такой тактики. Вот эта вот тактика сегодня пофартит. В прошлом ролике, ребята, мне эта тактика вообще что-то не фартила. Давайте, ребят, начинай, крупе, крути баранку. Все, отправляем. Ну, я проиграл, ладно. Ладно, ну на этот раз не фартануло. Я-то думал, сейчас 5 миллионов еще подниму и все, салам алейкум, ухожу отсюда. Ну ладно, ничего страшного. Ставлю еще миллион. Давайте, 5 человек, смело. Close performance, давай поставь, 5 человек играем. Все, 1 секунда у нас остается, отправляем. И я опять проиграл, ладно. Нет, ну тактика, знаете, она так, работает, то не работает, то работает, то не работает. Не поймешь, короче, тактика. Так, 3 миллиона, давай поставим еще. Красавчики, вот кто? Вот Керри, Легаси, Дима Киселев, Финазепам, Ямайка. Красавчики, кто играет? Так, мне помогайте контент делать. Погнали. О, я выиграл, плюс 3 миллиона, нормально. 29 миллионов 900 тысяч. А, 28 миллионов 900 тысяч, точнее. Считайте, ребята, я вернул деньги, которые я слил в прошлом ролике, когда играл в роли крупье. Так что, пока что у нас все нормально идет. Все благодаря вот этой тактике, которой я пользуюсь. Так что, ребята, тоже пользуйтесь, попробуйте попользоваться этой тактикой. Отправляем 3 доллара. Погнали. Я опять проиграл, ладно. Ладно, почему бы и не проиграть, да? Почему я должен постоянно выигрывать? Вот такой вопрос я себе задам. Отправляю. Я не выиграл. 26 миллионов 900 тысяч. Бля, капец. Надо было уходить, когда у меня почти 29 лямов было.
Понимаете, надо было уходить, не надо было дальше играть. Все, сейчас играю последнюю катку. Если сливаю, я ухожу, если поднимаю, я ухожу. Ну, точнее, я не ухожу, я пойду в дурака играть. Если со мной, конечно, кто-то будет катать. А вот. Так что, ну, я в любом случае уйду, наверное. Опять же. $3 пишем. И все, салам алейкум, отправляем. Я опять провел. Ладно. Ладно, пошли. Одно очко всего-то мне дали, нормально. Всего одна карта мне выпала. Ну, давайте в дурака сыграем. Кто там на миллион хочет? На миллион. Ладно, не на миллион, давайте на 100 тысяч, вот. 100 тысяч. Так, ну игра началась, оказывается. Ну, давайте на 50 тысяч тогда. Я буду в дурака на 50 тысяч, погнали. Еще давайте, весь фулл стак будет. Пусть все 4 человека будут за этим столом, чтобы карты быстрее заканчивать. А то с двумя человеками, с двумя игроками играть желания нет. Не, лучше выйду, ребят. Я лучше выйду. Я не хочу с двумя игроками играть. Потому что два игрока это не очень мало. Все, ребята. На этом салам алейкум. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Ламберто, ребят. Всем удачи и всем пока-пока. Всем удачи. Я вас всех люблю, всех целую.